Отличное интро в виде градиента красного и зеленого. Всем привет! С вами опять Нир, и сегодня я расскажу вам о том, как продавать предметы в CS:GO. Помните, что после продажи вы получаете меньше денег, чем стоимость товара. Итак, заходим в Steam. Тут мы заходим в наш инвентарь, где есть наш предмет. Вот я для примера покажу предмет P250 сверхновая. Цена этого оружия 19,74 рубля. Нажимаем кнопку «Продать». Теперь сложно. Подбираем такую цену, чтобы для того, кто его купит, это будет выгодно. Например, если вы щедрый, можем сделать вместо оригинальных 19,74 рубля 18,4 рубля. Но при таком случае вы получите лишь 16 рублей. Так что лучше продадим за 19,55 рубля. Это на 19 копеек выгодно для получателя. Ну а мы получим 17 рублей. Теперь жмем на эту галочку и жмем «Да», «Выставить на продажу», и нажимаете «Да», но я этого делать не буду, ибо скин красивый. Или вы можете продать граффити глазок за 71 копейку, по такой же схеме, и видим, что если мы продадим за 69 копеек, то это будет выгодно для получателя, а нам дадут целые 60 копеек. Вот и окончился этот полезный видос. Думаю, вам нравится такой контент, а если нет, то мне будет грустно. А теперь по-другому. Если ты поставишь лайк, то над твоей головой появится тучка, из нее будут капать золотые часы за 70к, так что можешь поставить лайк.